Так предполагаю, что нужно было... Ага, раунд 2, приготовиться. Давай. Готов? Естественно. Круто. Давай, твои слева будут, давай. Справа, если что. Да. Слушай, круто идем. Да, реально давай, быстро давай. Очень. Вау! Учебная стрельба завершена. Ну, всё, вот это уделали юнцов. Запомнили, как надо играть? Все. Играть. Угу. Играть, да-да-да. В игрушки. Для нас это игра, на самом деле. Мы как будто в Division зашли просто. Да, вот как будто бы в Division зашли. Угу. Они ушли сразу, они расстроились. Знаете, слушай, конечно, мы круче. Поникли. Почему не относили? Предмет представляет интерес. А как пройти-то тут? Я не понимаю, где мы. Ну, вон там синенькое что-то валяется. Да это я там открыл. Как? Блин. Давай сюда. Ясно. Да, нам именно по главной улице надо было идти. Пока. Прощай. Кто-то умер? Да. Он сейчас взорвется. Так, сейчас будет стелс. В каком месте? Вот, не слышишь? Ты вот не должен был меня слышать, ты не глушитель. А, у меня-то тоже. Ну так вот, ты стелс. Какой бабах! Ой-ой-ой. Ты издеваешься, что ли? Ой, там агрессивный какой-то. Да, мистер огнемётчик. Ой-ой-ой, взорвёт! Да, да бежит, бежит. А, он там. Тут и наверх, тут сверху будет склад. Откуда ты знаешь? Потому что я здесь уже был. В моей компании тут все уже открыто. Кто-то просил меня, блин, не шастать нигде по таким территориям, по заданиям. Наоборот. Нет, наоборот. Говорил, по заданиям не ходить. По заданиям не ходить, но по контрольным точкам. Ты, блин, что делаешь? Это было его спнуть обратно. Я тебе наоборот говорил, типа, контрольные точки, типа, открывай эти. Там лук. А по своим заданиям? Ой-ой-ой, он бежит. Не добежит. Я так стреляю. Я. Вот как так можно стрелять? Вот посмотри, как я стою. Сейчас. Стой. Ну, это восхитительно. О, нет, стой. Ну, о! Да. Как нормально, так можно точно стрелять? Ну. Ты спецагент. Да я просто так. Там снизу он летает. Чё, дебил? Да. Открыт доступ на склад. На склад. Взаимодействуем. Прям Нет, нет. Он будет, но не сейчас. Может быть, я буду один, а если Андрей не захочет. Но спасибо за 10 рублей. А, еще десятку уже. Два пакетика корм. Я не знаю. Не на этой неделе, я думаю, на следующей. Слушай, можно да тут... сделать стрим по Майнкрафту. Захват контрольной точки. О, бегут, бегут, захватывает. Смотри, смотри, смотри на этих молодых. Хотеть на стрим по Майну? Ну, залетай. Приходи когда угодно. Что ты тут делаешь? Ты ему все опыт отдал, получаю, что? Да. Пришел сюда сражаться. Какой смешной. Погнали на этот на метку. Идем, идем. Ты не в ту сторону бежишь. А на какую метку? На штаб-квартиру центрального банка и по пути этот захватим. Так я туда. Контрольную точку. Так а тут вот зараженная зона еще какая-то есть. Мне не пойдем. Да ну, он интересный, ну, мне конечно, не потому что на ней был, да?
Ничего не буду говорить, это провокация. Я не буду это комментировать. Иди сходи, я схожу, я сходи, а потом переместишься на меня. Так, как? А ты переместился вперед, что ли? Да. Я еще помру. А, придется тоже перемещаться вперед. Опа, двери как открываются, классно. Агент погиб. Так я просто сдох, типа, зачем? Ты переместился тогда? Да. Ой, крысы. Нифига тут семейство крыс. О, испарилось. Это свои? Нет. Это не свои, я не умер. Просто во время телепортации меня куда-то швырнул, и я умер. Отлетел? Меня телепортировало в стену. Корову, которая это... Из лодки вылезала. Спокойно, просто можно так. Архитектор. Да можно даже не из грязи там построим. Из алмазов. Из алмазов, тупо алмазные блоки. Нет, построим, короче, голема, типа голема, да? Назовем биркой его. Наверху будет стоять блок грязи с табличкой, ой, с этой, как его, с рамкой, и внутри, и в рамке будет алмаз. Как вариант. Или это, а, это точно, есть же, как его, манекен же. Номер один, тебе да. Коды доступа к хранилищу. Какой-то, как у Мэла, типа, он, у него был зал славы подписчиков, и он там... топ-донатером этот манекенов делал в броне алмазный, полностью зачарованный. Ну, на блин, самый высший... Дмитрий Викторович уже считает топ-донатер. Вот, да. Уже можно все что угодно. Кинь ты им туда гранату, что ты стал? Какой-то не очень классный Томпсон, мне не нравится. Томпсон тут вообще не очень. Мне он прям вообще не как-то нравится. Как-то прям... Не, урона у него, конечно, больше, чем у всего, что у меня есть. Но... А чё ты так, блин? Димас, бедно про себя. Блок грязи. Ты что, грязь? Ты что? Нельзя так говорить. Ты кормишь кота. Ты уже не можешь... А, это земной шар. Ты уже не можешь быть грязью. Фас. Найдено электронное устройство. Ой, а что здесь так надо? Я стелс выбрал. А, стелс? Ну хорошо, все по стелсу делаем, да? Да. Я поставлю стелс. Слышь? На, слышу стелс. Я не должен. Мой любимый просто блок доступный. Грязь. А дерево? Вот, кстати, земли у нас вообще нет. У нас там все бедно по земле. Мы всю землю израсходовали. У нас... Мы живем на острове. Да. Нет, у меня же есть земля, ты чё? Ну я же тебе принёс тогда. Ты мне принёс, я её ещё не пора. 4 стака, по-моему. 4 стака в 6. О, всё в голове держать надо. Стака в 6. Внимание, зоны возрождения нету. Что-то как-то очень быстро. Да нет, просто не профи. Там все сгорело. Там сгорело вообще все. Там сгорело вообще все, Артём. Ликвидируйте рикошет. Он выкинул там людей. Людей выкинул? Да, из двери. Из дверей выкинул людей. Ой, щит! Он вынес. А, блин, а можно мне тоже щит? Я хочу так же стрелять, как он. Стреляю. Сейчас сделаю. В спину ему стреляю, на меня идет. Да не буду я ему стрелять в спину, за что? В спину стреляю только крысы. Сейчас, ну... секунду. Я навык поменяю. Теперь обыщи труп. А, ну уже не надо. Похоже, это бура. Тот самый ключ. Блок грязи есть еще, что блок? Какой? Песок есть, гравий. Песка... Песок это тоже как бы, ну, песок довольно дефицит, да. Дефицитный. Вот булыжника. Очень много. Он такой доступный, он доступен с самого начала. Подожди, здесь где-то есть телефончик.
С чего это булыжник недоступен? Потому что нужно сначала добыть дерево. Я обе открою. Створки. Сделать верстак, сделать кирку деревянную, и тогда уже у тебя будет булыжник. А песок, гравий, землю ты можешь добыть с самого начала. Ну, да. Шерсть еще надо. Это дам. Прикончил чё я. Чё она так навоняла тут пенатом? Так... Вопрос интересный и хороший. Что-то есть. Чё есть? Ничего нету, чё-то не обман... Ой-ой-ой. Хранилище впереди. Нифига. Заносим. Вот это сейчас я бабла подниму. Ой. Payday! Так реально, смотри, сколько денег. Стоп, это ж купюры, они ж больные. Ну да. А почему мы без масок? Ой, да. Боже, я сейчас там. Там дроны, это турелька огнеметная. И всю работу делается у нас. Ну, только не иди. В смысле не иди, она меня не сожжет. Просто разжигала, странно. Открывай, ну, блин, под... давай, смотри, какая дверь. Ну, давай быстрей. Опа. О. Там ключом что-то нужно кончить? Да. Где? Спокойно. Президента мы увели. Он теперь наверху сидит. В смысле? А, здесь президент уже? Охренеть. С места крушения. Нормально. Увели президента. Агент, теперь надо выяснить, видимо, где содержит президента и забрать его оттуда. Нам нужно найти пропуск. Блин, сколько тут бабла! Там рядом есть да. Пункты данных. Ого, смотри, какой синий стоит. Это не он. Ну, это синий статуй. Сложно. Очень синий статуй, что? Синий статуй. Нет, я же говорю, это не он. А, не он, понял. Да, угу, точно, неоновая подсветка, да. Запущен. Нет, ты не понял. Это не он. Нет. Не статуй, а статуя. А чё эта штука воняет? Чё тут много людей? О боже. О, не знаю, что реально. Чисто... Half-Life. Куда ты полез? Не лезь туда. Не лезь, дебил, она тебя сожрет. Она тебя сожрет. Ой, блин, на ребенка сожрет. Опа. Что, номер? Я понял. Я хочу. Где защищать терминал. Где? О, что это? Ой, ой, это возьму. Да я тебя расстреляю, ты. Чё они у меня все пробегают? Там лут первоклассный лежит. Нет, я нет. Бегу. Вот около тебя лежал. Нет. Так, отвлекай его пока на себя. Для меня ничего. Для меня патроны лежат, в смысле? Вот здесь он был. ПП-19, нифига себе, наверное, какой-то крутой. Блин, почему тебе все упадает? Мне синее говно какое-то выпадает. Потому что я собираю вообще все. Так я тоже все собираю, но выпадает-то синее говно. Блин. Ну, оказалось, что этот ПП не такой уж и классный. Это безумно классный. Решать такое? Там тебя поднимают, а, вообще поднимают. Не... Да? Я не могу, потому что... Понял. Понял, почему я не могу. Здрасте. Поиск завершен успешно. Объект найден. Где? Это президент Элис.
Я вышлю вертолет для его эвакуации. Прям вот это за щитом стоит? Хранилище будет замечено. Да. Не нравится мне это. А у нас есть вертолеты? Что ну, конечно, у правительства есть вертолеты. Мы не правительство. Мы спецотряд. Да. И все. Чем тебе не нравится спецотряд? Это какой-то баг, что ли? Мне ничего розового, ничего. Итак, есть оттуда этого выход. Белого не выпало. О, выход. Выход оттуда. Откуда у меня выход? Сейчас. Я понял, выход оттуда на совпадение. Я не знаю. Так, часик, наверное, точно еще. Стену, то попадешь... Может, больше. Это рискованно, но выход найден. Выхода нет. О. Исаак, нужно найти путь к президенту. Я думаю, где-то еще час-полтора. А-а-а, горю! Спасибо, Исаак. Я пропустил этот вентиль случайно, извиняюсь. А я подумал, что так и надо. Опа. А, это нужно было открыть, а я это хотел сломать. Нецивилизованный фарфор. Что он тут делал? О, усиленные перчатки. Да ё-моё, ничего не выпадает. Фиолетовая. Ну ты фиолетовая, потому что не собираешь. Только первоклассная, да? Ага, вот снял я. Да. Найти президента Эллиса. А, мы прям президента сейчас найдем? За ним вертолет же уже выставили. Я думаю, что он в левой двери. Наверное, он синий что-то. Открыл. А, серьезно? Прям вообще мы его нашли? Его вот это круто. Он там дерется с кем-то. Он оружие взял! Ствол! У него ствол! Чего? Президент? Берегите, в коридоре еще боец. О, нифига! Мистер Президент! Мистер Осторожней! Йо, мистер Президент! Тут кафедра, стой, я поговорил. Да, по-моему, здравствуйте! Нифига он тут вытворяет, ему даже... Да слушай, он тут вообще... Чё там... А зачем он до сих пор костюм ходит? Выдай ему гарнитуру и подключи. Ну да. Зачем? Мир рухнул, опять синяя говно какой-то. Фига, ты случайно не из наших, а, не? Блин. Ну, жесть. Офигеть. Есть телефончик. А та женщина из спецотряда просто стояла и боялась, помнишь, которая в бункере да, в этом была? Доктор. Она доктор. Да. А этот президент, он многое повидал. Наверное. Но она же из спецотряда! Но она доктор! Я должны были научить, как обращаться с оружием. На. На. Это я. Это я! А это, кажется, не он. Это я, это здание. Точно, мистер президент. Дичка уже летит к вам. Готовься его убивать, если что. Так взорвите мало эту крышу. Ли. Чего? Ни хрена. Ну, чтоб было место. Ладно. Ведите меня в холл. Зачем? Можно у вас автограф взять, пожалуйста? Внимание! Мы залетим к вам через крышу холла. Спрячьтесь, пока укрытие. Сделаем дырку. Спрячьтесь, пока в укрытии. Мы сделаем тут дырку. Он бежит. Да ладно. О, лут. Дико извиняюсь, меня отвлекли. А президент пошел тебя спасать и умер сам? Нет, он не пошел, он просто рядом сидел, толкал меня на врагов. Сразу видно, что президент, это реально, блин... Так правдоподобно. Теперь он там сидит, короче, ему норм. Он раньше тоже там сидел. Вот видишь, он побегает только когда взрывает. Видимо, готов блять на борт. Давайте, давайте. А нас тоже можно? Или только президент уйдет? Ну, спокойно так главное. Как будто врагов рядом нету. А мы пешком, что ли? Слушай, я ему сейчас обрублю эту лестницу. Блин, не получается. Дебошир. Я согласен, что они должны сдохнуть. Я вообще был против за то, чтобы вытаскивать президента. Хера лысого нам будет, а не снаряжение. Мы уберем их. Этим гандонам конец. Я... Не надо меня убивать, я... Синхрон. Зато никакого синхрона. О, стой. Тоже показалось, что ящик, да? Да, 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 я просто за ним хожу, ищу его. Так это еще нет.
Соберитесь вместе. В одного большого агента. Как этот? Power Rangers. Да. Опа, ну это синхрон реально. Блин, смешно. Получилось. Да ё-моё! Машинка поехала, взорвалась машинка. Соберитесь вместе в одного большого агента. Ой, где-то снайпер. Ликвидируйте таракана. Блин, дихлофос тащи. Тащи дихлофос, он огромный. Он сейчас меня съест. Это общажный. Он газ пускает. Это не просто общажный, это туалетный общажный. Вонючий таракан. А, кидаю в него. А, мина. Ё-моё. Ты там живёшь, всё нормально всё? Я, блин, протух немножко. О, нет, он спрыгнул. У него на спине жук висит ещё один. Да. Жучара. Надо его ликвидировать. Патроны кончились, да ладно. Ай! Что взрывается? Блин. У него уже шлема нет. Надо ему в жбанта стрелять. Блин, он уже. О, фиолетовый, да ладно. У меня желтая выпала. Пошел. А, нет, у меня платиновая тут вообще-то, типа, бриллиантовая. Отлично. Шучу, нет, мне это же фиолетовая выпала. Надеюсь, мы еще поработаем вместе. Это была большая победа для нас. Гордость спецотряда. Рад, что вы снова с нами, мистер президент. Естественно. Агент, что, президент Элис хотел поговорить. Какая интендант. Хочет поблагодарить за спасение. Ну, при еще случае бы. Загляни к нему. Обнаружено побочное. Я мог застрелиться. Агент, тебе не помешает новый навык. При случае... А где я этот кейс? С ключом. А он там был, по-моему. Он еще ниже где-то. Ой, ниже? Сбей. Да, где-то вообще в подвале. Че, в Белый дом? Че? В Белый дом погнали. Так Белый дом это же... А, стул. А, это Капитолий. Окей, да, в Белый дом. Блин, можно пойти сейчас укрепление какое-нибудь сломать. Можно ли? Поговорите с президентом. В темную зону сходим. А? А? Может, в темную зону сходим? У меня Томпсон. Возьми другое что-то. А другое там не очень урон. Купи в магазине, он торговец. Мы ждем тебя в центре управления. Нам удалось значительно улучшить связь, безопасность и медицинскую инфраструктуру. В командном пункте теперь есть группа наблюдения, дополнительные координаторы и пункт сбора патрулей. Мы эффективнее распоряжаемся ресурсами и избегаем лишних потерь. Понял. Лазарет теперь не полевой госпиталь, а полноценная клиника с отделением реанимации и хирургическим блоком. Нам больше не нужно выбирать, кого спасать. Так я еще слушаю. Доступны очки навыков, химустановка, химустановка, с агентами из других регионов. Я даже не знаю, как тебя благодарить. А что тут есть? Подрыв? Мы не просто выжили, мы развиваемся. А, интересно, спасибо, мы вернемся? Продолжай в том же духе. Выясним, что стало с той общиной, где мы начинали. Мне вот интересно было бы. Рад тебя видеть. Да, кстати. Я с тобой полностью согласен, это интересно. Тут MP5 крутая есть. ACR. У нас есть почти завершенный проект. Я думаю, ближе к 7. Привет. У нас есть. Может даже. Ну, да, наверное, к 7 ближе. А, вот и вы. О, мистер президент, хай. Я хотел лично вас поблагодарить.
Если бы не вы, я бы так и сидел в плену. Ой, ты без базара, у нас правда двое было, ну ладно. Мы все в неоплатном долгу перед спецотрядом. Я ему ничего не скажу. Вы пошли на большие жертвы, чтобы спасти нашу страну. Вы люди дела, как это называл Рузвельт. И теперь мой долг и право направить эти дела на благо нашей страны. Мне кажется, он какой-то мутный. Как и предполагала агент Келсо, в Вашингтон отправили образцы противовирусных препаратов широкого спектра действия. Может быть, мутный. По приказу правительства страны. Внесу ясность. Речь идет о средствах для борьбы с вирусными инфекциями. Грипп, полиомиелит, лихорадка денге, ОРВИ, зеленая отрава, не вакцина. Лекарство. Я знаю, где это лекарство находится. Для доступа? Но мы же не какой-то дипломат, доступа. Который был при мне в самолете. Да-да-да, вы принесете, а я солью все это. Мы полагаем дипломату истинных сынов в Капитолии. А. Так верните его. Во что бы то ни стало. Любой ценой. Если мы хотим собрать эту страну по кускам... Он, блин... Его нам не держали в заложниках. Он стоял, базарил с пацаном. Но моя цель не избирателей обхаживать, а добиваться результата. Потом достал ствол и начал стрелять. Потом, когда я убил пацана, он снял от него ствол и начал стрелять. Конечно, он же не будет типа показывать то, что он типа вот такой сякой. Короче, не президент, так говно. Ой, блин. В подвале еще восстанови сеть спецотрядом. Чего? В подвале восстанови сеть спецотрядом. У нас есть почти завершенный проект. Где подвал? А, о! Привет. Ключ. У нас есть почти готовый проект. Нет, загляни, такого. Как будет время. Телефон первый раз вижу. У нас есть почти завершенный. Важное сообщение. Всем доступным агентам. Бывший агент Аарон Киннер, позывной авангард. Лишён. Ага. И теперь еще раз, если хочешь связаться с другими агентами, лично ответственен за убийство нескольких агентов спецотряда в Нью-Йорке.